Сегодня мы отправимся в прошлое столицы нашей родины, Москвы, 1989 год. Характеризовался полной дестабилизацией политической обстановки, глубоким кризисом и массовыми антисоветскими настроениями. Смотрите, будет интересно. 30 ноября 1989 года открылся магазин французской парфюмерной фирмы «Кристиан Диор». На Манежной площади в этом году еще есть автомобильное движение. И до 90-го года площадь называлась площадью 50-летия Октября. Не знаю, как сейчас, но там стоял памятный камень. Рядом с Красной площадью стоят «Волги». Улица Огарева, газетный переулок. Сейчас здесь стоит огромное офисное здание и «Макдональдс» на первом этаже. А это витрины на Тверской, которая в то время была улицей Горького. Идем выше и видим, как москвичи отмечают День города. На самой улице еще есть деревья. А здесь вывесили первую перетяжку на улице Горького. Смотрите цветной вариант. На Пушкинской начинают строить первый «Макдональдс». 1989 год – это, конечно, очереди. Уже непривычно сейчас видеть такую длинную очередь в Союзпечать, а ведь тогда официально еще не было частной торговли. Стоимость бутылки пепси-колы – 45 копеек, из них 35 копеек – сам напиток и 10 копеек – так называемый залог за пустую бутылку. Многие про возможность возврата пустой бутылки и получения назад 10 копеек не знали, что позволяло работникам зарабатывать на этом огромные по тем временам деньги. Тем, кто стоит в конце очереди, скорее всего, бананов не хватит. Постоят минут 15, а потом им объявят, что осталась одна коробка. Книжная торговля у метро «Кузнецкий мост». Так выглядели магазины внутри. Мода того времени. Баллон с пивом – наследие фестиваля молодежи и студентов 1985 года. А это Пушечная улица. Весы у Белорусского вокзала. Пройдем вниз до Кузнецкого моста. Курорты Болгарии тогда, конечно, были для немногих советских граждан. В японских авиалиниях в витринах были выставлены модели самолетов с указанием реальной цены. Большой театр – одно из последних выступлений Майи Плисецкой, балет «Кармен Сюита». Железный Феликс. Парки Горького – концепт веломобиля. В парке Горького было еще колесо обозрения, с него открывался такой вид. В Лужниках огромная сцена, построена для проведения Московского фестиваля мира. Бон Джови, Скорпионс, Оззи Осборн, Синдерелла. У Кремля на Боровицкой площади стоит автомобиль ГАИ Mercedes-Benz V123T. Тогда большинство иномарок в Москве принадлежали посольствам и торговым представительствам. Маленький светофор на Боровицкой площади. Странно, почему сейчас таких не делают, они кажутся мне довольно удобными. На месте храма Христа Спасителя доживает последние дни бассейн «Москва». На Арбате работают художники. Украинские греко-католики на Арбате. Гласность на Арбате. Народ постепенно выходит на улицы. Проспект Калинина, сейчас Новый Арбат.
«Весы» на проспекте Калинина. «Мелодия» на Калинина, где часто продавали дефицитные пластинки. А на Ходынском поле выставка «Авиатехника-89». Десятки самолетов и вертолетов в августе 1989-го прилетели на Ходынку и стали экспонатами нового музея. Тогда никто не мог себе представить, что через 20 лет не будет ни музея, ни аэродрома. Фото сделано с борта Як-18Т. Фотография с пингвинами на площади трех вокзалов. Едем в Москву за колбасой. А где вы находились в 1989 году? Пишите об этом в комментариях.